Как думаете, этого будет хватать? Людям будет легче жить? Немного, но цены растут, и, скорее всего, это будет обоюдный рост. Прожиточный минимум, который есть, его достаточно людям? Я думаю, что нет. Ну, я думаю, не только я так думаю. Но это действительно мало. Но минимум 15 должен быть. Вам хватает прожиточного минимума для нормальной жизни? Лучше не начинайте такой вопрос. Конечно же, не хватает. Для нас, пенсионеров, хотя бы 20 тысяч. Эти все коммунальные и все остальное, это же вообще кошмар. Ничего не остается. На что можно потратить эти деньги? На еду. На проезд. На еду и, может быть, на коммуналку хватит. Да на эти деньги совершенно невозможно жить. Потому что элементарно, если ты снимаешь квартиру, допустим, я сейчас снимаю квартиру, отдаю 13 тысяч. Какой прожиточный минимум, о чем речь? А сколько, на ваш взгляд, он должен быть? Я даже не знаю, 1100 как минимум.